Всем привет! У нас сегодня челлендж с мукой. И участвовать в этом челлендже сегодня будет Сёма дебил, мой брат. Сам ты дебил, Борька! Всем привет! И еще будет участвовать Фиткос. Всем привет! Им нужно будет отлезать кусочки от этой муки вот такими вот карточками по очереди. Они будут лезать, и у кого упадет мотоцикл, тот проиграл. Держите карточки. Ну все, я тогда пошел, а вы играйте. Ну что, давай играть. Я первый начну. Ну давай. Я первый начну. Начинай. Я так понял, что нужно вот так обрезать, и чтобы мотоцикл не упал на стол. Ну, на эту доску. Так. На доску не должно. Мелочишься. Чего-то побольше хочется. Лучше стол не трогай. Давай, давай, давай. Блин, пока все целиком стоит. Ну, не проигрывай, я хочу проиграть. Кстати, я забыл сказать, кто из вас проиграет, тому мешок с углем на голову наденут. Я не хочу мешок с углем на голову. Я тоже. Буду аккуратнее. Ты не аккуратный, ты не аккуратный. Dreams, I push a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. Я уже жду, когда он проиграет. Вот почему-то у меня, я уверен на 100%. Смотрите, какая трещина пошла. Мне кажется, это очень и очень опасно. Я срезал? Да. Да? Просто я отсюда не видел. Кусочек. Давай, давай, режь. А я вот тут вот. Достал карточку, режь. Блин, ты что наделал? Вот сейчас он и проиграет. У кого-то будет на голове черный уголь. Ну и белое лицо в муке. Фу. Еще раз, это не надо? Там можно. Ну что? Ну что, ну что, ну что? Вот Фиткос. Он здесь, уже готов стать шахтером или бомжом. Да? Нет. Сейчас чуть-чуть угля отсыпем. Мне не нравится твоя идея. А мне нравится. Ее Борька придумал. Борькина. Нет! Ну что, наказание? Руки убирай. Или сам? На. Нет, ты. Ну ладно. Подними колесо. Что у тебя с люди? Он наполовину стал, блин, шахтером только. Мы чуть-чуть неправильно сделали, конечно. Нужно было это делать просто вот так вот. Ну что, наказание выполнил, да? Да. Да. Я выполнил задание. Стать бомжом задание было. Все, иди по мусоркам лази. Пошел. Такое вот видео, оно очень короткое, и очень интересное, и очень хорошее. Нужно поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока. Шапку забыл. Ничего равно. Фиткос. Фиткос Черномазов.